Жена Дмитрия заявила, что им позвонил Константин Хабенский и попросил уволиться, иначе у 29 работников театра заберут бронь от военкомата и они отправятся на СВО. А днем он перезвонил, к сожалению, сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек. Об этом сказал и сам Дмитрий. Да, он сказал, что 29 человек, тогда ему намекнули, что бронь с них будет снята. А сейчас у работников театра есть бронь? Есть. Актер вместе с женой уехал во Францию, где у них уже была квартира. Сейчас Назарову 66 лет. Он продолжает сочинять стихи с критикой власти. А в российских новостных сводках он регулярно появляется как предатель родины. Сейчас он выступает вместе с супругой Ольгой Васильевой, но уже за границей. Помрете от голода, будете нищим. Это лишь отрывок. Если хотите посмотреть большой ролик о том, что стало с актерами сериала «Кухня», то заходите на мой YouTube-канал Hypology. Жду вас.